Ну вот, ребят, главное все хорошо очистить. Я уже, в принципе, достаточно неплохо все очистил. Да тут дальше. Люди задают мне вопрос, как делать. Вот так делать просто. Это слепок. Как раз и есть первый слепок. Сейчас я по ней буду делать матрицу на машину. Оса, блин. Между слоями нанести риску. Иначе не прилипнет. Да. Можно не наносить риску, если сразу практически вы после схватывания наносите гель. Снова слой. Если нет, то приходится вот наносить риску хоть местами. Потому что вот часть он липкий, но может, видите, за счет глянца и не сработать, не прилипнуть, и будет проблема между слоями, будет расслаиваться. Почему делаю риску, почему второй слой? Потому что вот дырки, видите? А мне нужно везде гель-код, вот я его точить буду. Поехали. Вот.
Вот так вот. И смотрим косяки на готовом изделии. Ну, видите, вот косяки основные. Если его посмотреть вот так вот, видите, испохабленная форма. Что-то к ней приклеилось. Ну вот, придется сейчас делать модель. То есть, места придется, видимо, сохранить, обозначить как-то. Вот так вот. Это все убирается. Видите, к нему не приклеивается все. Пластилину. Хороший получился деталь. Хороший материал. Пластик очень хороший. Видите. Ну, сейчас его надо будет вот зашлифовать. Убрать. Это было от когда-то от коррозии. Все это заровнять. Что-то прилипло, кстати. А снаружи почти белое. Вот. Вот такой вот слепочек. Да нет, руки-то у меня какие надо. Я умею делать много чего хорошего. Так, ну вот, видите, отжали, отпустил я, и он застыл. Ну, потому что сжаться не может по всему периметру. Сейчас мы это все снимаем, и я вот заклеиваю изнутри, и снаружи мы делаем идеал. Хотя можно и так оставить, не проблема. Ну, то есть, как бы всю панель нужно сделать в идеал, выровнять. Есть. Так. Так. Все, есть. Так.
Да. Сейчас мы будем все это дело делать из этого матрицы. Ой, модель. У модели должны быть потом отбортовки, так как пилить будем. Ну и все такое проще. Она должна потом получиться жесткой. Модель. Так что вперед. Пластилином я промазал. Берем, это загреваем ладошками, теперь раскатываем в колбаску, укладываем. И смотрите, пока теплая, разложенная, ведем пальцами, поджимаем с задней стороны. Здесь. А что придется еще делать? Так вот. Чем хорош пластилин? Это специальный скульптурный модельный пластилин. Его можно потом как глину шлифовать, связать там и так далее. Плюс он не прилипает к смоле. Тепло, хорошо натирается. Много-много слоев. Много. Для того, чтобы было ровно глянец. Просто без него будут царапинки. Поскольку я шпулькой херовой пользовался. Ну, жесткой. Грубый. Сейчас все смотрю. И вот еще правило. Никогда не оставлять просто намазанное. Всегда растирать. Растирать и размазывать. Чтобы не было никаких проблем потом. А, закипит. Закипит, короче, вся эта фигня. Вот тупо закипит. Вот растираем. Никогда не оставляйте толстых слоев. Она не высохнет, она высыхает только тонким слоем. То есть поэтому всегда растирать ваксу это. Разделите. Лучше пусть будет вытрется. Потому что разделитель основной это ПВА. Прозрачный. Первый слой.
первый слой покрыт. Блестит наш. Сейчас он через какое-то время схватится. И прямо пойду покрывать это капельки. Белый чуть-чуть подмазал. Видите? Слои. Схватится. Капельки тоже попадают. Схватится в ближайшее время. Как-то так. Так что... Вот это вот и будет матрица. Поэтому она у меня розовая. Всем привет! Так получилось, что лучший вариант, конечно, подождать там минут 30-40, да, и закрывать дальше самому, да. Но дело в том, что у меня не хватило вчера времени. Вчера было уже очень поздно, я шел в эфир, и вот это все должно было встать. Оно и встало. Но оно, кстати говоря, чутка липкое, так что, в общем-то, не особо, чтобы это... Но проблема в том, что вот это все встало, видите, глянец. То есть этот глянец нужно стереть. Какой-то жучок здесь, понимаешь. То есть для того, чтобы все это восстановить, чтобы все это усилить, да, мне нужно проклеить все это хозяйство. То есть, но за все это должно зацепиться. Так что мы сейчас будем зашкуривать это и, наверное, попробуем все-таки этот чуть-чуть хуже стал. Хотя нет, все равно глянец, я чувствую глянец. То есть, ну вы видите, он прям блестит аж. Так что вперед, пошли тереть. Да, зернистость 320. Так, друзья, все готово. Я промазал. Это первый слой. Ну, здесь был стык, да, здесь где-то может быть какой-то слой. Вот так все это выглядит. Вот это вот и есть основа для матрицы. То есть это армирование. Дальше мне нужна какая-то рама, чтобы она не гуляла винтом, да. Мне нужна будет какая-то рама, какие-то палочки придется раскладывать, жесткость придать всему этому. Это еще не стало мокрое. Иначе ничего не приклеится. Ставим на то же место. Убираем. То же самое. Пока делалось. Застывает, снимем этот, который застыл. То есть здесь уже он отходил тогда, помните, да? Не очень удобно, потому что здесь тоненький слой, реально тоненький. Можно немножко подождать. Ну, лучше так попробовать. Ну, немножко о качестве, да? Вот смотрите, какое хорошее качество получилось в этот раз, да? Единственный минус, ну, сама матрица имела дефекты, она имеет. Потому что это снималось с живого блока, потом я, правда, шлифовал, делал, ну вот, он так вот. Ну вот, такое качество. Да нет, хорошее качество.
Очень хороший. Значит, вынужден был еще проклеить поверхности. Утолстил. Вот это розовое. Вот это розовое, это что видно, это, конечно, плохо. То есть тонкий слой. Нужно слоев 5. К сожалению, больше я не могу. То есть у меня реально... Здесь я буду тогда, блин, дня два клеить. Так, мыс. Ох ты, ё-моё. Да. Когда вчера пытался оторвать, вроде нет. Блин, дефект. Смотрите, лопнуло. Отломился. Вот почему не мог оторваться. И вот приклеился. И вот почему-то не прокрасился. Блин. Ну чего? Я бы, честно говоря, уже облил бы, обпилил бы, наверное, все края. Вот здесь вот косяки из-за того, что залилось сюда, в щель. Что-то отлипло и залилось в щель. Видите? Ну, это из-за того, что я немножко халтурил. То есть хотите качественнее, то есть, ну, сделайте качественнее. Вот косячок. Закипание. Что-то приклеилось. Почему приклеилось, тоже непонятно. Вот, надо сейчас разбирать все вот это. Выкручивать. Вон они остались здесь. Вот так вот они счищаются легко. И ничего не остается. Видите? А этот обратно. Ну вот, вот косяки. Здесь приклеилось. Где-то приклеилось. Что-то какой-то косяк вот здесь произошел. Не прокрасилось. Придется ремонтировать матрицу. Не буду я ее заново снимать. Блин, гадство. Ладно, отремонтируем. В конце концов, не привыкать, не такое делали. Вот клей печатался. Так, все нужно будет, ну вот я говорю, что не все заровнял, не все в идеал вывел. Пластилин где-то отклеился, и вот результат. Ладно, что-то приклеилось сюда. Будем чистить все это. Ну, это элементарно. Ладно. Косяк, конечно, но приведем в порядок.
Так. Можно точить. Так, можно ручным, но я попробую взять шлифмашинку. Здесь вот, видите, выщербины. Ну что, сейчас будем.
спиртик. Спиртиком можно удалить. Вот так. Прям все чистенько будет. Так. Плюс. Так, ну, твердое. Капельки встали. Немножко липковатое, но сейчас сотрем. ПВА, Макс. Разделите 50 на 50. Размешал. Вот как раз в этом и есть причина, почему я зашкуриваю тысячкой. Потому что только на зашкуренной поверхности, ну на матовой, да, она не станет стекаться каплями. Потому что на жирных поверхностях, на гладких она стекается каплями. Тут все окей. Ну, кое-где, конечно, стекается, но за счет именно поверхности изолента. Снова так. Видите? Тоненькими точечками на свет. Вот подтеки пошли. Но из-за того, что тоньше будет слой, потому что мало состав. Вот видите подтеки? Не знаю, видно, нет. Подтеки видны, наверное. Для того, чтобы будет тонкий слой, оно высохнет. Вернее, не тонкий слой, а раствор очень жиденький. Подтеки, видите? Вон там немножко. Но это потому, что обдувать, конечно, надо. К сожалению, просто не всегда это удается. Капельки эти удалять надо. Ну, здесь вот они лучше подсыхают. Не знаю, как показать. Здесь есть мокрые места конкретно. Гляньте, все.
всего ничего требуется. Сгулькин нос. Совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Теперь... Кстати говоря, уже подсохло. Чутка. Вот оно высохшее. Вот такой глянец получается. Слой разделите. В принципе, можно уже заканчивать. У меня просто остался кусочек. Конечно, лучше враг хорошего, можно вылить. Потому что это уже идеально. Осталось ему высохнуть и все. Завтра уже будет готов к натирке. Ну вот, прошло до хера часов. Сейчас уже 3 часа дня, я только добрался. Смотрим. Все высохло. Разделитель высох полностью. Ну, потеков особо я не вижу никаких. Все высохло хорошо, видите, да? Я думаю, видно. Это были, это я не стер тогда, это прыщики на этом еще. Можно будет потом подровнять. Все вроде хорошо, все хорошо. Разделитель везде нас посетил. Это просто смола, черные дырки. Ну, сейчас мы будем все неровности еще затирать. То есть подтеков я вообще не вижу. Ну, по крайней мере, все близко к идеалу. Ставьте лайки, но мне уже нравится. Теперь мы сейчас начнем затирать все это дело разделителем восковым. Да? Почему? Потому что это должно отлипнуть без пленки, без этой. И эта пленка должна остаться на матрице. Поехали. Один уголок у меня подгибается.
Идеально. Так. Какие-то косички есть красненькие. Что-то отодралось. Непонятно что. Но так, в принципе, можно сказать, идеал. Здесь что-то вот отодралось. Чутка красненького. Но... From the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite, they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fake, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live.